Сага о Европе. Притязания и завоевания. Я Кристофер Кларк, историк из Кембриджа. Я родился в Австралии. Для европейцев почти на другом конце мира. Но меня всегда завораживал европейский континент и его невероятное многообразие. Несмотря на то, что я вырос в далекой стране, я всегда понимал, что многие корни нашего мира исходят из Европы. А современная Европа – одно из величайших достижений в истории человечества. Я хочу рассказать вам о великой истории этого континента и надеюсь, что смогу вновь открыть для себя его чудеса. Европа не стоит на месте. Этот континент постоянно преображается. А началось все с навязывания военной мощи всему миру. Расширение европейских границ было одним из знаковых событий в истории всего человечества. Весь мир стал театром для демонстрации европейского силового противоборства. Однако встречи с другими народами, их культурой и традициями оказывали преобразующее воздействие на саму Европу. История европейской экспансии – это повествование о предпринимательской жилке, технологиях, любопытстве и смелости, но вместе с тем о жестокости, подавлении и эксплуатации. Возможности Европы всегда определяла география с самого начала. Со всех сторон на севере, юге и западе континент окружен морями и океанами. А по береговой линии протяженностью 68 тысяч километров континент в три раза превосходит Соединенные Штаты. Расширяться можно было только пересекая моря. Избежать перенаселенности, нищеты, войн и голода можно было только отправившись в путь по воде. Это актуально и сегодня. Действия европейцев всегда были продиктованы тягой к приключениям, жаждой власти и не в последнюю очередь алчностью. А благодаря географическому положению они были прекрасными мореплавателями. Викинги строят мореходные суда и пускаются в плавание. За 1200 лет до нашей эры они покоряют суровый климат европейского севера в постоянном поиске новых целей для набегов. Эти люди – талантливые кораблестроители и мореходы, но их жестокость вскоре приносит им славу самого безжалостного и грозного народа в Европе. Все начинается в июне 793 года нашей эры с набега на монастырь на острове Линдисфарн у побережья Северной Англии. Монахи занимаются повседневными делами, как вдруг замечают корабли, приближающиеся к острову. Они чувствуют беду. Первый набег викингов. Вооруженные мечами и топорами, викинги штурмуют монастырь, убивая напуганных монахов, устраивая кровавую резню. Набежчики грабят монастырь, забирая золото, серебро, драгоценные камни и все, что им кажется ценным. Вскоре они становятся бесславно известными по всей Европе своими набегами. Повсюду люди молятся: «Господи, защити нас от ярости северных людей». Викинги расширяют границы своих набегов дальше и дальше. В итоге они становятся не просто вселяющими страх набежчиками с севера. Они превращаются в хорошо оснащенную и самоуверенную морскую силу. Они открывают Исландию и Гренландию, добираются до Ньюфаундленда, где создают поселения. Они первыми высаживаются на берег Северной Америки 1000 лет назад. Но именно в Европе они оставили после себя след. Их помнят не только по опустошительным набегам. Многие регионы носят связанные с ними названия. Нормандия во Франции названа в честь норманов. А здесь, где я нахожусь сейчас, на берегу Финского залива, норманов называли русами или гребцами. Поэтому сегодня эта часть Европы называется Россией. Где только не побывали викинги в Европе, и повсюду они чувствовали себя как дома. Эти некогда существовавшие террористы с севера создали, собственно, первый экономический союз европейского континента. Взаимные связи такого рода укрепили сплоченность Европы как культурной общности. Вестминстерское аббатство в Лондоне,
Мон-Сен-Мишель на севере Франции, а на юге Италии – Палаццо Нормани в Палермо. Викинги оставили свой след и в архитектуре. Величественный нормандский замок Кастель-дель-Монте, впоследствии ставший резиденцией династии Гогенштауфенов, наглядный тому пример. Благодаря викингам европейские рынки становятся более колоритными. Предлагается более широкий ассортимент товаров, включая экзотические экземпляры. Торговцы возвращаются из дальних странствий с предметами роскоши. Изначально предназначенные для знати, вскоре они находят более широкое применение, а специи из Индии становятся самым востребованным товаром. Викинги прокладывают путь, и вскоре немецкие торговцы следуют по их стопам, создав Ганзейский союз. Главная его цель – торговля. Торговые подворья открываются на севере и востоке. Насчитывается более 300 процветающих ганзейских городов. Торговля мехами, пушниной, древесиной, зерном и пивом становится прибыльным делом. Растут доходы торговцев и, соответственно, их влияние. Ганзейское судоходство способствует развитию экономики Европы. В 1235 году немецкие купцы открывают торговый двор во фламандском городе Брюгге. Северная Венеция становится центром Ганзейского союза, а вскоре и самым богатым и влиятельным городом Ганзы. Торговцы из Германии продолжают повсеместно открывать торговые дворы, включая город Берген в Норвегии, где процветала торговля рыбой. Эти торговые дворы обеспечивают безопасность немецких купцов на чужбине. И в период высокого средневековья Ганзейский союз, имеющий репутацию надежности и честной торговли, достоин того, чтобы его оберегать. Но это вовсе не значит, что тогдашние европейские купцы не обладали деловым чутьем, ведь они проложили торговые пути вплоть до России. Даже сегодня можно ощутить дух Ганзейского союза в разных городах, среди которых Таллин в Эстонии, ранее носивший название Ревель. Ганзейский союз – это ранняя форма Европейского союза. Торговые пути тесно переплетены, и в Северной Европе развивается новая система логистики. Ганзейский союз способствует развитию связей своих членов с внешним миром, включая Венецианскую республику, которая становится важным центром. Собственно, процветающая торговля и зажиточность позволяют венецианцам расширять их флот. Они доминируют в торговле во всем Средиземноморье, имея на вооружении сотни судов. Влияние венецианцев распространяется от восточных берегов Адриатического моря до Константинополя, Сирии и Ливана, а также через Черное море вплоть до Азии. Но европейцам этого мало, они хотят продвинуться еще дальше. Европейцы поглощены выстраиванием догадок о мире, который им неведом. Они знают, что Земля круглая, но не представляют, что скрывается за горизонтом. Почему эпоха Возрождения подтолкнула европейцев к исследованию мира? Было ли дело в интеллектуальном любопытстве? Или так влиятельные страны соперничали в притязании на преимущество новых завоеваний? Первыми были испанцы и португальцы. За ними по пятам следовали голландцы, британцы и французы. Что бы ни подтолкнуло их к параллельным путешествиям, одно было ясно наверняка – мир никогда не будет прежним. Начинается гонка поиска морского пути в Индию. Генуэзский мореплаватель Христофор Колумб разрабатывает план. Он предлагает его португальцам, но те считают его безумцем. Колумб тщательно изучает книгу «Чудес света» Марко Поло, в которой итальянский путешественник описывает свое путешествие в Азию. В Европе эта книга нарасхват и подстегивает желание познать неведомые миры. Возможно, Колумбу удастся уговорить испанцев, но задача эта непростая.
У него ушло 5 лет на уговоры королевы Изабеллы Испанской, прежде чем она согласилась. Перед Колумбом поставлена задача – найти золото. Почему? Потому что испанская корона переживает банкротство. Колумб отправляется в путь летом 1492 года. Его экипаж состоит из бандитов, убийц и воров. Им терять нечего. Такую команду вряд ли назовешь годной к морскому походу. Но других людей он нанять не может, слишком велик страх конца света. Колумб сильно просчитался в отношении размера земного шара. Он думает, что держит путь к Индии. Атлантический океан кажется безграничным, как вдруг видна земля. 2 месяца протекли в неизвестности. Кажется, что молитвы мореплавателей услышаны. Не раз на флотилии из 3 кораблей назревал бунт. Но, наконец-то, мореплаватели вылавливают из воды пучки зеленых водорослей и веточки с плодами, явный признак того, что суша рядом. Флора и фауна незнакомого берега приводит мореплавателей в восторг. Христофор Колумб пишет в своем дневнике: «Высадившись на берег, мы увидели землю с высокими деревьями, многочисленными речушками и диковинными плодами». Колумбу не терпится захватить эту землю. С ним достаточно очевидцев, и даже путешествует нотариус, чтобы удостоверить весь процесс. Естественно, всех занимает вопрос, населена ли эта земля. Как-никак, в их миссию входит также обращение местного населения в христианство. Когда встреча произошла, обе стороны были удивлены. Колумб позже докладывал: «Я был к ним очень внимателен и пытался узнать, есть ли у них золото». Он достиг цели во имя Господа и испанской короны. Туземцы, в свою очередь, озадачены. Они никогда не видели белых людей. В конечном итоге для них все кончится печально. Но первые встречи происходят мирно. Пока туземцы восхищаются чужаками, Колумб и его люди не забывают о своих целях. Здесь сталкиваются 2 мира. Островитянам чуждо понятие собственности, они считают, что земля принадлежит всем. Европейцы же хотят аннексировать территорию, обратить туземцев в христианство и эксплуатировать как землю, так и местное население. Так начинается роковая борьба за ресурсы. Колумб называет туземцев индийцами. Он твердо уверен в том, что находится в Индии. Он находит их дружелюбными, совсем не опасными, считает, что из них выйдут прекрасные рабы. Но в действительности он оказался на Багамских островах в Карибском бассейне. И хотя Колумб не находит золото, он находится в преддверии открытия неизвестного континента. Земное яблоко Бейхама, самый древний глобус, существующий сегодня, был создан в тот же год, в который Колумб отправился на Запад. На нем была отражена вся географическая информация, известная европейцам на тот момент. Однако континенты изображены не совсем точно. Атлантический океан простирается от Европы до Азии. Оба континента слишком большие, а между ними ничего нет. Или что-то есть? Терра инкогнита? Но почему все исходило из Европы, а не из влиятельного на тот момент и технологически продвинутого Китая? Когда в 1402 году на трон взошел император династии Мин, он отправил огромную флотилию к Африке и Аравии. Когда он умер, новый император получил записку от своих советников. Они писали: «Ваши подданные надеются, что Ваше Величество не допустит воинственных планов и обретения славы путем снаряжения экспедиций к дальним странам. Позвольте
Позвольте народу отдохнуть. Сразу после этого новый император наложил запрет на морские экспедиции, которые отныне карались смертью. У китайского правителя попросту не было интереса к внешнему миру. Китай и без него был самодостаточным. Более того, у китайцев был только один правитель, власть была сосредоточена в одном месте, соперничества не было. Во всяком случае, в сфере политической власти. В Европе, по размеру почти такой же, как Китай, дело обстояло иначе. Это была территория суверенных государств со своими правителями, и они подстрекали друг друга даже тем, что устремляли взор за рамки своего континента. Открытие новых земель и завоевания стали оружием в борьбе за власть на континенте. А чтобы доминировать в этой борьбе, нужно было брать на вооружение новые идеи и быть готовыми к решительным действиям. Толпы рыцарей следуют за Колумбом в новый свет. В Испании им терять нечего, а за океаном они надеются на лучшее будущее. Корабли держат путь на запад, а на суше они продвигаются вглубь Центральной Америки. Они думают, что земля эта таит несметные богатства. Слухи о стране Эльдорадо, правитель которой настолько богат, что осыпает себя каждое утро пудрой из чистого золота и смывает ее вечером в священном озере, только усиливают жажду приключений. Но где эта страна Эльдорадо? И где несметные запасы золота и серебра? Захват нового света сулит безмерные возможности неугомонным и ничем не занятым мужам Сибирийского полуострова. Конкистадоры рвутся вглубь Америки, ведомые алчностью, миссионерским пылом и стремлением повысить свой статус. Главные соперники испанцев – португальцы, опытные мореплаватели. Им тоже присуща ненасытная жажда освоения мира в поисках возможностей, которые дадут преимущество над конкурентами. Через 5 лет после открытия Америки в Индию отправляются Васко да Гама, Бартоломео Диаш. Они огибают мыс Доброй Надежды у южной оконечности Африки и становятся первыми европейцами, которые все-таки достигли Индии. Процесс европейской экспансии набирает силу. Соперничество с испанской короной побуждает португальцев расширить сферу действий. И невероятный успех небольшого европейского государства свидетельствует о том, что оно на верном пути. Именно на этих судах, каравеллах, португальцы достигли Африки, Индии, Бразилии и Японии. Без таких кораблей и их последующих более крупных преемников европейцам не светило бы открытие новых земель и тем более их завоевание. А за ними стоит не что иное, как современные технологии. Каравелла была космическим челноком своего времени. Судно очень быстрое, стабильное, шторма ему не помеха, и оно способно идти по мелководью. К слову сказать о том, как возникли эти инновационные суда, практически нет сведений. Все держалось в тайне. Кораблестроители передавали свои знания из поколения в поколение, из уст в уста. Ведь конкуренты не дремали. Европейских читателей зачаровывают дневники исследователей и рассказы об их путешествиях, в которых повествуется о заморских природных чудесах на каждом шагу. Кажется, что там, возможно, жизнь в достатке и благополучии. Наверняка местные жители живут прекрасно, раз могут позволить себе специи, доступные только зажиточным европейцам. В борьбе за покорение мира за пределами Европы Испания и Португалия остаются серьезными конкурентами. Доходит до того, что даже Папа Римский намерен разрешить конфликт. В 1494 году в Испании заключается соглашение о разделе сфер влияния в мире посредством использования простого метода. Мир разделен на 2 части. Вы, слуги, возьмите этот шнур и протяните через карту прямо посередине. А вот так мы и поделим мир. Нет, так не пойдет.
Ты, отойди вправо. Еще, еще. А ты, отойди влево. Хорошо. Вот где должна быть граница. Это моя часть. Нет. Этому не бывать. Тордесилийский договор должен был установить окончательный мир между двумя соперниками. Америка, расположенная к западу от этой черты, отходила испанским королям, а вся территория к востоку, то есть Африка и Азия, — португальцам. В этом соглашении не были учтены притязания других морских держав, к примеру, Англии и Голландии. Теперь борьба за мировые богатства разгорается не на шутку, и конкуренция между европейскими странами только усиливается. Все изменилось. Притязания Европы на мир и его богатство, все усиливающаяся алчность конфликтующего континента переносятся на другие народы, что принесет ужасные последствия. За путешественниками последовали завоеватели. Они отправляются в загадочный и неведомый мир, соблазненные историями о легендарных сокровищах. Прекрасным примером является Мексика. Эрнан Кортес сразу же берет с собой войско. Завоеватели считают эти земли своей собственностью, словно там никто не живет. Но, разумеется, эти земли уже заселены народами, обладающими своей культурой. И это главный грех Европы. К моменту прибытия европейцев Мексика является центром развитой цивилизации. Но завоевателям все нипочем. Их цель — разграбить страну и обратить местное население в христианство. Мы привыкли восхищаться бесстрашными путешественниками, но забываем, на какую участь они обрекли эту часть человечества. Эта часть континента богата золотом, о чем свидетельствует туземская культура. А мексиканцы, выставляющие ее на показ, не представляют, какую алчность вызывают в европейских захватчиках. Начинается война с местным населением. Их стрелы против огнестрельного оружия. Порабощаются целые народы. Многие погибают или умирают от голода и болезней. Уничтожаются их культуры. Их сокровища вывозят в Европу. Более того, европейцы стравливают разные этнические группы между собой. Ацтекский храм в городе, ставшем современным Мехико, сравнивают с землей. На его месте испанцы возводят христианский собор. Европейцы уничтожили могущественную империю, чтобы построить свою на ее руинах. Это был мощный альянс. В Южной Америке западный европейский империализм слился с религией. Новые правители устанавливают свою власть над землями и порабощенными народами. Многие города этого континента до сих пор несут следы такой политики. Захватчики строят роскошные монастыри, как монастырь Жеронимуш или монастырь святого Иеронима в Лиссабоне. Представьте, какое воздействие оказывали богато украшенные фасады на коренных жителей. Европейцы наживаются не только на золоте и серебре. Они используют аграрные и медицинские знания коренного населения. В нынешний век глобализации практически невозможно представить, каким глубоким изменениям привела эта встреча двух миров. Изменения коснулись обеих сторон Атлантики. Продукты питания, каких не видела Европа, изменили пищевой рацион европейцев. Кукуруза, табак, хлопок, картофель, кофе и шоколад наполнили потребительские корзины жителей Европы. Картофель, завезенный из Южной Америки, наконец-то вдоволь кормит европейцев. Быстро растет население. Можно даже сказать, что американский картофель помог заложить фундамент подъему Европы как глобальной силы. Картофель кормил народ. Взамен Америка получает зерновые культуры, капусту, виноград и, что наиболее важно, о домашненных европейцами животных.
Поселенцы, прибывающие в Америку, везут с собой свиней, коров и лошадей. За несколько поколений жизнь меняется кардинально. Уцелевшее коренное население строит постоянные поселения и приобретает землю в собственность, как и европейцы. Американские прерии превращаются в возделываемые земли. Это решающий момент в развитии экологии континента. Но даже мирное соседство может иметь ужасные последствия. Завоеватели приносят с собой в новый мир не только их религиозную веру, но и патогены, по вине которых погибает большая часть коренного населения. Согласно историческим сведениям, за короткий период времени 80% населения умерло от оспы, чумы, брюшного тифа и гриппа. Следы этой мрачной главы истории, колониальной эры, можно проследить в экспозиции «Лондон. Сахар и рабство» в Музее лондонских доков. Мы находимся в Доклендсе, в центре Лондона. В 18 веке здесь осуществлялась торговля сахаром. Сегодня это место хают, но в 18 столетии его идеализировали, ведь сахар был во главе угла европейской мечты о власти и благосостоянии. Тяга к сладостям — это генетически заложенная черта человека. Потребности в колониальном сахаре были ненасытными. С 1770 по 1775 годы потребление сахара в Англии возросло восьмикратно. Никакой другой товар, даже золото и серебро, не пользовались таким спросом. Ни один другой продукт не воплощает собой губительное воздействие европейского потребления. И ни один другой продукт не связан так тесно с эксплуатацией местного населения Центральной и Южной Америки и ухудшением его положения. Но как именно действовала эта система эксплуатации? Карибские острова стали предметом ожесточенной конкуренции между европейскими колониальными державами. Помимо Испании, Франции и Нидерландов, кусок пирога с Карибских островов хотела отхватить и Англия. В этом процессе сами люди приобрели статус товара. Чем больше колоний приобретала Европа, тем больше требовалось тружеников. Сеть африканских торговцев обеспечивала европейцев рабами. Их переправляли в Северную Америку и на Карибские острова для работы на сахарных плантациях. Плоды труда рабов попадали в ненасытную Англию. И продолжалась доставка рабов из Африки. Эта трехсторонняя торговля стала самым прибыльным делом морской коммерции до 1807 года, когда закон положил конец работорговле в Англии. Решающим фактором играет презрение европейцев к чернокожему населению. Его воспринимают как товар, а не людей, обладающих правами. Работорговля становится прибыльным делом. По сговору с племенными вождями и работорговцами-арабами, европейцы захватывают людей и отвозят их в портовые города, а оттуда переправляют в колонии на галерах в ужасающих условиях. Отвратительная работорговля делает Европу богатой и влиятельной. Доминирующее господство континента обходится ценой человеческих страданий. Существуют описи, в которых рабы учитывались как скот. В этом документе слева видим имена рабов, затем их возраст, здесь указана цена, а справа пометки в отношении каждого раба. К примеру, этот хворый, этот крепкий негр, работящий, а этот беглый и немного чахоточный. С людьми обращаются как с товаром. На галерах переправляется почти 12 миллионов человек, но только 10 из них добираются туда живыми. Далее они поступают на невольничьи рынки и до конца своей жизни работают на сахарных плантациях, хлопковых полях и на шахтах Южной Америки.
Товары и продукты нового света поступают в Европу. Для белых европейцев это прибыльный цикл. Испания и Португалия гордятся своим новым богатством. На зависть соседям такие города, как Севилья и Лиссабон, превращаются в колоритные, оживленные мегаполисы. Европа охвачена ненасытной жаждой прибыли и власти. На мировой рынок пробиваются другие страны. Особенно активны в этом смысле голландцы. И как торговцы, и как пираты. Обладая мощным флотом и современной финансовой системой, эта небольшая республика держит своих европейских соседей в напряжении. Впечатляющие особняки купцов все еще несут следы золотой эры, вкрапленные в историю Нидерландов. Амстердамская фондовая биржа основана в начале 17 века. Это место встреч для людей, желающих вложить свои деньги в акции, а также тех, кто надеется превратить свои акции в деньги. В этом смысле биржевой рынок является ранней формой товарообмена или современной торговой биржи. И как современные фондовые биржи, это переживало взлеты и падения. Наступила эпоха тюльпанного безумия. Эти красивые цветы стали ценным товаром, продающимся на расхват на фондовой бирже, даже когда луковицы еще находились в земле. Зимой 1636 года возник ажиотаж. 99 луковиц были проданы за 90 тысяч гульденов. В современном денежном исчислении это 900 тысяч евро. Спекулянты надеялись, что цены будут расти, и они смогут сбыть луковицы с большой прибылью. Но этому не суждено было случиться. Внезапно люди потеряли интерес к завышенной цене на цветы, и спекулянты оказались ни с чем. Богатые купцы вкладывают деньги в искусство, и прибыль от этого вида торговли дает толчок развитию голландской школы живописи. Полотна ее представителей – Рембрандта, Вермеера и Франца Халса – до сих пор украшают музеи, напоминая нам о роскоши и утонченности золотого века Голландии. Ничего этого не было бы без прибыли от работорговли. Для испанцев и португальцев обращение язычников в христианство все еще остается важным фактором в сохранении Европейского альянса. Но в 17 веке в буквальном смысле у руля были протестанты, особенно в Нидерландах. Будучи мореплавателями и картографами, они обладали большим опытом и основали первый в мире многонациональный концерн, наделив его глобальными полномочиями – Голландскую Ост-Индийскую компанию. Таким образом, они закрепили монополию в торговле с Азией. Порой в море выходило до 5000 кораблей. Неудивительно, что амстердамские купцы, изображенные на полотах Рембрандта, несказанно богатели и строили восхитительные дворцы. Невозможно отрицать гармоничную красоту европейских городов. Но в этом есть и темная сторона. Львиная доля этого богатства получена путем эксплуатирования людей, населявших колонии. И это мрачное наследие остается с нами и по сей день. Необычные сандрики над парадными дверьми домов Амстердама могут поведать интересные истории. Вот этот, к примеру. Этот дом принадлежал знаменитому адмиралу Корнелису Тромпу. В 17 веке он был героем морского дела и владельцем рабов здесь, в Амстердаме. Рядом с ним фигура чернокожего мальчика, купленного адмиралом за пару гульденов. Возникает поразительное ощущение превосходства, данного богом одним людям над другими. Европейцам не просто признать эту главу их истории. Лишь несколько лет назад королева Нидерландов официально покаялась за страдания, причиненные более полумиллиону рабов во имя короны. Это темное прошлое прослеживается и сегодня, даже на королевской карете. Неужели в Европе, которая гордилась своей цивилизованностью и христианскими ценностями, не возникали даже робкие возражения против столь вопиющей несправедливости? Что ж, возникали. В 16 веке священник Бартоломе де лас Касас принял сторону порабощенных американских индейцев. И позже он признал права африканских рабов. Он писал: «Несправедливо было их отлавливать, и тиранией было их порабощать». Пожалуй, это были первые пробные шаги Европы в признании прав человека.
а настоящие были сделаны 200 лет спустя, да и то только на время. Вскоре Англия превзойдет Нидерланды и станет ведущей колониальной державой. Лондон станет главным центром и двигателем глобализации. Правь Британия, владычица морей. Эта легко запоминающаяся песня до сих пор будоражит кровь патриотам Англии. Восхождение к господству современной Британии началось 450 лет назад, с разгрома испанской армады. Обладая современным военно-морским флотом, Британия вскоре начала властвовать на морских просторах, поддерживая легендарных пиратов, в их числе и сэра Фрэнсиса Дрейка. Елизавета I вскоре вывела страну из-под тени Испании и Португалии, и Британия стала влиятельной силой на мировой арене. На знаменитом портрете королевы мы видим победоносный флот и повергнутую армаду. Елизавета становится богиней войны. Она покоится с миром здесь, в Вестминстерском аббатстве, королева-девственница, всецело посвятившая себя своей стране и открывшая Англии мир. На протяжении веков Британия закрепляет за собой звание владычицы морей и колониальной державы. К 1913 году Британская империя правит четвертью населения мира на четверти мировой суши. Британский мореплаватель капитан Джеймс Кук отправляется в Тихий океан для исследования прохождения Венеры по диску Солнца. Но у него есть и тайная миссия – поиск новых территорий в Южных морях. Уже имеются сведения о неведомой Южной Земле, о моей родине – Австралии. 29 апреля 1779 года Джеймс Кук бросает якорь у побережья Австралии. Год назад он отправился в путь из Англии в Южные моря. Кук станет первым англичанином, ступившим на австралийскую землю. Это триумф для честолюбивого исследователя. Кук ступает на берег в местечке, которое он назовет Ботани Бэй, потому что ботаники, путешествующие с ним, соберут здесь сотни образцов растений, невиданных в Европе. Кук объявляет восточное побережье собственностью Британской империи и называет эту землю Новым Южным Уэльсом. Но земля, которую Кук открыл для Англии, не является необитаемой. Аборигены прибыли на этот континент задолго до Кука, более 60 тысяч лет назад. Как гласят легенды, эта земля была доверена им высшей силой. Материк населяют собиратели и охотники. И тут появляются европейцы, захватывают землю и убивают многих из их сородичей. В Австралии много мест, где можно найти петроглифы аборигенов. Некоторым из них более 20 тысяч лет. Это духовная архитектура континента. Эти картины – размышления об окружающей среде, но на них встречаются и изображения людей. Белый захватчик изображен в угрожающей позе, а оружие белых окрашено в цвет крови. Но с прибытием Кука на континент начинается еще кое-что – систематическое исследование флоры и фауны. Мореплавателей в далеких экспедициях всегда сопровождали ученые. Астрономы, ботаники и экспериментаторы, как их называли на корабле «Endeavour». Что касается европейских мировых держав, в 18 веке наука и власть вступили в близкие отношения, накапливая знания о мире, расширяя его границы, структурируя его. Это было важно для ослабления мирового господства.
«Эндевор» был британским судном, а его капитаном был житель Йоркшира из города Уитби. Но не все члены экипажа были британцами. Среди экспериментаторов, которые отправились в путешествие к берегам Новой Зеландии и Австралии, были финский ботаник Херман Спёринг и его шведский коллега Даниэль Соландер. В последующей экспедиции к Куку присоединился немецкий ученый-естествоиспытатель Георг Форстер. Такие исследования были исключительно европейским феноменом. На этом этапе никто не планирует колонизацию континента. Лишь 18 лет спустя сюда прибудут первые корабли британского флота и уже с совершенно другой миссией. Изначально Австралия служит исправительной колонией для преступников из Англии. Появляются большие колонии, как Порт-Артур на Тасмании. Считается, что это была самая ужасная тюрьма Британской империи. В этом отдаленном месте более 12 тысяч узников живут словно в аду на земле. К 19 веку Англия уже господствует в каждом уголке мира, включая Америку, Азию, Индию, Океанию и Австралию. Наряду с испанским набирает силу новый международный язык – английский. Но Британия вскоре вступает в конфликт с колониями зажиточных белых переселенцев. Этот конфликт между Британией и американскими колонистами достигает апогея в 1773 году в Бостоне. 13 колоний бунтуют, их бунты в итоге приводят к образованию Соединенных Штатов Америки. Британские подданные становятся американскими патриотами. Причиной недовольства в Бостоне служит непомерный налог на британский индийский чай. Разгневанные бостонцы поднимаются на борт британского корабля и сбрасывают ящики с чаем в воду. Таким становится первый шаг к американской независимости. Даже сегодня регулярно воссоздается то событие в Бостоне. То, что началось с налогового бунта, вскоре превращается в движение за независимость. Девиз британских колоний в Америке – «Свобода или смерть». И в 1775 году начинается война за независимость США. Англичане, немцы и французы, поддерживаемые союзниками из коренного населения, включаются в борьбу за будущее континента. В итоге колонисты обретают свободу от колониальных правителей, одерживая решающую победу в сражении при Йорктауне. Йорктаун, 1781 год. Вслед за утверждением американской конституции следует принятие Декларации независимости. Но, как и в случае со многими конституциями, декларация не очень правдиво отражает реальность. Невзирая на процветающее в колонии рабство, в ней торжественно объявлено, что все люди сотворены равными. Несмотря на эти несоответствия, американская конституция стала важным шагом в зарождении современной демократии, и не только в Америке, но и в Старом Свете. «Моя родина там, где есть свобода». В последующие десятилетия миллионы эмигрантов прислушаются к этому девизу и начнут собирать свои пожитки. Они покидают Европу, эмигрируя целыми поселениями. Они бегут от нищеты и голода навстречу лучшей жизни. Сегодня мы назвали бы их экономическими беженцами. В Америке они видят процветающую землю, которая принесет им самоопределение. Ни один континент не экспортировал столько людей, как Европа, вплоть до 20 века. Сегодня почти 50 миллионов американцев утверждают, что у них немецкие корни. Очень многие имеют французские, британские, ирландские, испанские или итальянские корни. В 20 веке Америка становится безопасным раем для европейцев, стремящихся к лучшей жизни. Без них невозможно представить современную Америку.
В 19 веке Великобритания является крупнейшей в мире колониальной державой. Но другие страны не хотят оставаться с пустыми руками. А в мире еще есть ничейная земля. Кто выиграет битву за трофеи имперских завоеваний? В 19 веке европейские колониальные державы вступают в ожесточенное соперничество. Начинается раздел Африки. Колониализм становится фетишем. И речь идет не о прибыли, а о престиже и фанатизме власти. Владение колониями и их развитие считаются признаком современности. И здесь тоже все вертится вокруг соперничества, ключевого двигателя европейской истории, не существовавшего в такой форме ни на одном континенте. Британия находится на пике своего могущества и вынуждает своих соседей включаться в важные мировые события. Воплощением полноты власти становится королева Виктория, она же императрица Индии. Это ее слова. «Нас не интересуют возможности поражения, их не существует». На тот момент британцы сильны как никогда и никогда не будут, но они окружены соперниками и врагами. Они были не единственными соискателями африканских призов. Франция, Германия, Италия, Испания, Португалия – все хотели урвать кусок пирога, кусок Африки. Великие державы встречаются в Берлине. Африканский континент делится на части. Происходит это на Берлинском конгрессе по Африке в 1884 году. Немецкий канцлер Отто фон Бисмарк пригласил представителей держав в столицу Германской империи в попытке избежать назревающего конфликта между колониальными державами. 14 стран претендуют на последние оставшиеся территории. В итоге крупным победителем становится король Бельгии. Ему обещан весь бассейн Конго, богатый ресурсами. Позже 10 миллионов человек заплатят своими жизнями за это решение. Германия тоже вступает в ряды колониальных держав. Европейцам мало что известно об Африке. Они говорят о ней как о темном континенте. Африка уже была опустошена работорговлей. Оставшаяся непокоренная территория, кроме Эфиопии и Либерии, делится между европейскими державами. Самочинные границы, систематическая эксплуатация. Сегодняшняя Африка до сих пор разбирается с последствиями. Во многих частях Африки местное население сопротивляется колониальной власти. В битве при Ватерберге на территории, где сейчас расположена Намибия, немецкие войска, которые возглавлял Лотар фон Тротте, загоняют людей племени Гереро в пустыню. Тротте называет это расовой войной, которая становится тренировкой массового истребления. В Африке колониальная власть держится на союзе оружия и Библии. Миссионеры, обучающие местное население, обращают людей в христианство. Европейцы насаждают свою цивилизацию, глубоко убежденные в своем превосходстве. В начале 20 века рука европейских колониальных держав дотягивается почти до половины мира. Немцы делят некоторые острова, включая Новую Гвинею, вместе с голландцами. А Индокитай, как и некоторые обширные территории Африки, находится под властью французов. Европейские державы даже поглядывают на Китай. Они прочно укрепились вдоль побережья Китая, в Гонконге, Макао, Циндао. В 1876 году королева Британии Виктория становится императрицей Индии. Огромные территории Индии, богатые разнообразием древней культуры, становятся жемчужиной Британской империи. Ни один континент не доминировал и не будет доминировать над столь огромной частью мира. Мы все еще задумываемся о последствиях. После окончания Второй мировой войны
Европейские державы неохотно расстаются со своими колониями. Европа отходит на свою территорию. Но наследие европейской экспансии отбрасывает мрачные тени. Остается два лица Европы. Европейцы открыли для себя мир по другую сторону океанов, и они нашли применение, если можно так выразиться, тамошним народам и ресурсам. С их точки зрения это было замечательное обогащение их знаний, невероятный подвиг. С другой стороны, наследие их завоеваний было вопиющим. Только европейцы навязали свою цивилизацию всему миру. И только намного позже, после Второй мировой войны, Европа вдруг осознала, что у нее есть совесть. История Европы построена на противоречиях. В то время как Писсаро и его конкистадоры истребляли инков, стирая с лица земли их культуру, и готовились обогатиться золотом Анд, Микеланджело начал создавать шедевральное творение «Страшный суд» в Сикстинской капелле. За свою историю Европа оставила глубокие шрамы и сокровища. Программа к показу подготовлена компанией SDI Media в 2018 году. Перевод Ирины Штейнбоки. Текст читал Владислав Букин.